Справедливость закона Архимеда может быть легко показана при помощи так называемого ведерка Архимеда. На уравновешенных весах находится ведерко Архимеда, которое представляет собой два цилиндра, плотно пригнанных друг к другу. Подвесим эти цилиндры друг за другом на весах, не погружая их в жидкость. Весы уравновешены. Затем заполним стакан жидкостью. Равновесие весов за счет появления выталкивающей силы нарушается. То есть погружаемый в воду цилиндр, объем которого равен внутреннему объему верхнего цилиндра, теряет в весе. Теперь заполним той же водой верхний цилиндр. Мы видим, что равновесие весов восстанавливается. Таким образом, тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе ровно столько, сколько весит жидкость в объеме, равном объему этого тела. Это закон Архимеда.